На форте Фортуна уже давно не видно активности. Игроки просто перестали туда плавать. Я очнулся на форпосте и решил поплыть именно на форт, хотя до этого такого желания особо не было. Даже не знал, что на форте меня может ожидать контент. Там стояли два корабля, бригантина и шлюп. Тут я стал понимать, что в одиночку мне будет очень сложно. Да и к тому же, главного босса довели до последней стадии. Блин, там брига стоит, там шлюп стоит, да что ж такое. После как увидел корабли, заметил, что брига потопила шлюп. Мне нужен был оригинальный подход, чтобы быть в выигрышной ситуации, и я решил полететь к ним. Гильдия? Хеллоу! Ай! Альянс? Хай, ну давай. О! Настоящий? Ничего себе. Русскоговорящий? А я плыву, смотрю Фортуна. Охренеть, блин. И тут еще корабли какие-то. Обычно такого не бывает. Мы тут бьемся с какими-то Fortnite-кидами, блядь. Они ни себе, ни людям. Ну это юные такеры. А ты соло? Да. Уже думаешь, как потопить меня? Да ну зачем мне? Меня приняли вроде как тепло, но, как бывает в море воров, теплота доводит до ошибок. Поэтому я не мог верить и довериться полностью. Была возможность того, что меня потопят. Потом я встретил еще одного с экипажа бригантины, и он сказал, что Fortnite Kid засели где-то на форте. Вот тут уже можно помочь, потому что на себе знаю, когда взрывается цитадель на борту. Здорово. Алло. Здорово. А че, в курсе, что, да, какие-то... Ну да. А, кстати, да. Мы их корабль потопили, они, скорее всего, в эмоуте сидят тут. А, ну жахнем их, чё. Они на шлюпе были, да? Да, да, мы потопили шлюпик, а они ну, сейчас спрятались. Там ребята любят трештаком заниматься. Они сволочи. Понятно. Было принято решение ожидать такеров, чтобы дать им жару. Мы стали рубить босса, и когда с него выпадет ключ, открыть сокровищницу и жахнуть внутри стоящей бочки, чтобы ни одна из бочек не оказалась у нас на борту. Ну только нам надо это бочки, наверное, взорвать на всякий случай сразу. Ну когда откроем, да, бахнем. О. Все, кончились. Так, ну давай откроем бочки, сразу рванем. Да, давай, давай. Там мне нечем. Кидай. Все уже. По-моему, и нету никого. Ну чё, тут нету никого? Вроде нету. Там что-то ребята говорили, что вроде бы они засели где-то, ну хз, может быть, слились дети. Да ну, они бы уже вылезли, наверное. Сейчас... Чё мне разрешите взять-то? Ну, а что да... тебе нужно? Ты же Афинка. Мы можем афинский лут типа дать. Ну, а вам не нужен афинский разве? Ну, можно да, и пожертвовать, тут, как бы. Ну, как бы, ну... Не, смотрите сами, как бы, если вам нужно что-то легендар, можете вообще все забрать. Забирайте все, есть что. Если можем он там тебе, это, прокачаться на... Да не, да короче, берите все себе, давайте вам погрузим, сдадите, а я спасибо, дальше просто спасибо, поеду. Спасибо, брат. Я маме расскажу, какой ты добрый человек. О, все закончилось благополучно. Никого из такеров так и не появилось. Договорились на том, что они забирают все, а со мной просто поставят союз. Я посчитал правильным отдать им все, у меня в игре и так уже все есть. Когда загрузили целый трюм сокровищ, я собирался отплывать. Но нужно было сделать парочку фотографий на память. Мои пацаны. Давайте, давайте. Ага, давай, 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 давай. Попугая возьми, возьми. Да ёпт, похуй, вставай. Давайте, удачи, спасибо, ребят. Спасибо большое, ветеран. Да, удачного плавания. И вам тоже. Мой путь продолжился, да и ребята занимались своими делами. После выполнения парочки заданий увидел в небе форт проклятых. Для тех, кто не знает, его активируют игроки, но шанс того, что получится поставить союз, крайне мал. Все же я решил туда поплыть и попытать счастье. Возможно, у нас будет альянс из трех кораблей на сервере, а возможно, будет мощная заварушка. На форте стоял шлюп, получается там как минимум два игрока. Да, здесь босс уже. А я приплыл дружить. О, ай! Альянс! What?
Альянс? Дайте. В смысле нет? Или чё? Дай класс, дай. Слушайте, они не плывут меня топить? А мы сейчас проверим. Плывут, смотрите на них. О-о-о, один уже ко мне фигачит. Видали? В воде плывет. Или чё? Эй. Чего нет? Не залазь ко мне, ты сказал нет. What mean? What mean? Чего хочешь? Альянс? What? Или не альянс? There is a breaker ship. Big. О, брик. Sorry. Мишлик. Окей. Подожди, это... Хера себе. Хорошо. Готовы? Еда. У меня еды нету. Прикиньте, какой. Ой, хреновый ситуэйшн, я, у меня еще еды нету. Много байла мне здесь, конечно. Это, конечно, было очевидно, что альянса у нас не получится. Да и чувствовал я, что удар в спину вот-вот будет. Просто думал о том, якобы мы сразимся с бригантиной, которая проплывала мимо, и потом уже будет конфликт. Но тот решил выбрать самый удачный момент, чтобы заставить меня врасплох. Но ничего, я появился на острове. Плыть нужно было далеко, конечно, но меня было уже не остановить. На форте были уже мои ребята на бриге, но я их попросил пока не вмешиваться, ведь у меня с этим шлюпом личные счеты. Ребят, если вы на стриме, забирайте ФПП пока что. А я поплыву, сражусь с этим хулиганом. Сюда подошел. Ну чё там, уже не такие крутые ты, а? Уже не так что-то там по кораблю, по якорю стрелять, ё-моё. А? Всё уже? По тапкам? Сюда подошёл. Я ещё не договорила. Чел полетел. Hello, man. Пошел в жопу. Hello, говорит. Ага. Сюда подошел нахрен. Сюда иди, не бойся. Я с тобой поговорить приехал. Не бойся. Что ж ты будешь делать-то, а? И не один книпель, блядь. Они уже были не особо в себе уверены. Только и делали, что уплывали, а я догонял. Спустя некоторое время погони мы оказались вновь на форте проклятых. Но тут нарисовалась другая проблема в виде еще одного шлюпа. Началась новая возня, все хотят этот форт, но я единственный, который просто хочет потопить шлюп с мышами.
Давай! На! Ну там вдвоем, конечно, быстро все сделают. Волны четкие, лучше. Правый борт. Неудобно. Как же одному нужно делать все время. Странный чел вот этот вот у них. Со странностями какой-то. Не замечается? Можно как-то, блядь, не в два корабля меня. Его вообще не выкидывает. Чё за бред? Я херею, блядь. Ты сука, эти. Ой, бля. Это я забираюсь. Эти все. А где этот первый, который корабль? С первым мы разобрались. А у тебя есть еда чуть-чуть? Всего спасибо. Ну, помогли, чем смогли, так сказать. Нормально, а это что за чел там плавает? Двое плывут. А, видимо, резнулись эти, которые отсюда. Оп-оп-оп-оп-оп! Такой донат можно и галеон отдать. Женёк! Всем привет. Осуждаем этого чертозавра зеленого. Согласен, вообще охренели уже. Здравствуйте. А чё, где эти? Убили их? А всё, мы и первых, и вторых. Не, а которые сейчас плавали в воде-то здесь. Мы их отпаяли все. И того тоже только что. Нормалю. Но я думаю, мне надо за кораблем вернуться, а то они опять приплывут. Ну да. Но главное, что честь восстановлена. А, тебя потопили. Мы можем тебе ресов накидать. Не-не, нормально. Я сейчас заберу, то приплыву. Если что, вам помогу. Окей, ну, хорошо, давай. Давайте, сейчас буду. Ну что, ребята, самое время поставить лайк и написать комментарий, если ролик понравился. У микрофона и за штурвалом, как всегда, Мурма. Не забывай заглядывать на стримы, чтобы увидеть все моменты в прямом эфире. По ситуации дальше мы забрали ФП, я забрал только жнецов и отправился уже по своим делам. Ребятам с Бриги спасибо за игру, вам спасибо за просмотр. Если впервые на канале, обязательно подписывайся. С тобой был Мурма, пока-пока.